продолжается работа группы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. 5 декабря заседание рабочей группы состоялось под руководством председателя Бориса Арсентьева при участии председателя районного совета депутатов Любови Заспа и исполняющей обязанности главы района Елены Бегунович. Руководитель финансового управления Ирина Петрова представила информацию о расходах на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги и о льготах, предоставляемых различным категориям населения Курагинского района за 11 месяцев 2016 года. Речь шла также о выплате компенсации организаторам пассажироперевозок, работающих на непопулярных автобусных маршрутах. Работа по подготовке к публичным слушаниям продолжается. Запланировано два выездных заседания рабочей группы 13 декабря в поселке Краснокаменск и 15 декабря в селе Березовском.